Добрый вечер, уважаемые гости и подписчики моего канала. Светлана и Эмилия, хотела бы обратиться к вам в первую очередь. Задать такой вам вопрос. Вы меня считаете вообще, да, ненормальной, больной на голову? Почему вы мне говорите... Эмилия, да, Эмилия. А, не Светлана, Эмилия пишет. Почему вы мне пишете, чтобы я обратилась к психиатру? Я прохожу каждый год медосмотр. И, соответственно, я прохожу психиатра. Также я училась на охранника и тоже проходила психиатра. И почему-то мне психиатр не ставил никогда диагноз, что у меня с головой проблема или психическое какое-то расстройство. А вы, видимо, это врач, да? Доктор медицинских наук, Эмилия. Кто вам дал право устанавливать мне диагнозы? Я думаю, что это вполне нормальная, естественная реакция для здорового человека, да? Когда впадать в панику, если у тебя близкий родственник, тем более мама болеет. Да, переживать, испытывать эмоции, срывы. Также и улыбаться, и смеяться. Или вы считаете, что нормально будет, если я буду каменная и не испытывать вообще ничего? А по поводу, да, Светлана, к вам обращаюсь, по поводу своего давления. Причем здесь мое давление? Я все последние видео только веду разговоры о маме. Последние ролики записываю. Причем есть мое давление. Я уже говорила, неоднократно говорила о своем давлении. Я на таблетках с 38 лет. Вообще у меня как бы эта гипертония была под вопросом. Просто я не обращалась в больницу, наверное, где-то с 25. А причем есть давление мое? Причем есть мое сейчас здоровье-то? Речь-то идет вообще-то о маме моей. У меня головная боль-то о маме, причем здесь мое здоровье вообще, у меня все нормально. И с давлением, и с головой, и с нервами. Я вполне нормальный, адекватный человек. Я не режу себе вены, не вешаюсь, не кричу. Никого не бью, не разбиваю посуду. Вот. А то, что да, конечно же, я очень сильно волнуюсь. И как же? Сейчас просто очень сильно весь мир в страхе с этой короной. А тем более я такой эмоциональный человек, что я вообще ничего не должна испытывать. Мама у меня сегодня со скандалом, который я ей устроила по телефону с утра. Легла на живот. Вот, ругалась я ее, очень сильно ругала. И ревела, и ругала. А по-другому нельзя. Это значит, я ненормальная, что ли? Ну, маму я уложила на живот. И слава богу. Что-то вы, девочки, вообще там не в ту степь уже гоните. У вас и там все нормально с головой? Проблем нету? Может быть, вам обследоваться надо всем? Позаботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье. Я, в отличие от вас, всегда проверяюсь. Всегда. Я в больницу хожу уже вообще, как домой к себе. Вся обследованная. С головы до ног. Смотри-ка, диагноз за ними поставили, блядь. Себе ставьте диагнозы. Умные, смотрю, слишком шибко грамотные сидят. Сделайте себе лучше прививку вон, на язык свой. Ш-
чтобы не болтать хуйню всякую. Вот так. Съездили мы, короче, к мамке. Отвезли передачку. Ягоды, говорит, я съела за раз. Я пол-литра сегодня купила, стаканчик. Она говорит, такие вкусные. Ром, молоток. Молодец, так держать. Дня через два. Не знаю, дня через два, наверное, поедем. Нет, наверное, в понедельник не успеем. В среду хочу за грибами. Не знаю, короче, когда. В среду я на работу. С работы. У меня сутки через сутки работаю. Ой, блядь. Короче, надо будет за грибами. Лисички пошли, корзинами несут с леса. Хочу съездить. Сейчас понедельник у меня. Завтра я на работу. В понедельник у меня дела. Больница. Дела. Все занято, блин. Во вторник на работу. В среду хотела за грибами. Наверное, надо. Если за грибами пойду с утра. Вечером к маме надо ехать. Будет ягоду везти. Да? Не знаю, когда надо еще вот ролик записать, в лес пойду. Если что найду. Он, дядька у меня взади идет. Не, да, у мамы троюрный брат. Ой, двоюрный. Он разговаривал сейчас. На мясокомбинате, говорит, в Москве работает. Ой, блядь, 100 лет не виделись. Ну, вот так вот, короче. Так что, девочки, лечите свои мозги, языки, фильтруйте свой базар. И все в этом роде. А я домой. Всем пока.